Привет, друзья, с вами Арам, и сегодня хотелось бы поговорить про новую обновленную версию FX Collection 5 от компании Arturia. FX Collection является большим бандалом, где предоставляется огромное количество плагинов для сведения, для креативной обработки и так далее. Давайте рассмотрим, что же нового, что же добавили в этой коллекции. Ну и давайте начнем с самого первого прибора. Bass Exciter 104. Что же это такое? Это такой интересный процессор, с помощью которого мы можем сделать сатурацию, добавить сатурацию на низкие, средние, высокие частоты и так далее. Инструмент можно разделить на два блока. Низкочастотный блок, где написан Big Bass, Exciter, где у нас происходит обработка высокочастотной части. А также здесь есть выходной эквалайзер, с помощью которого можно сделать определенную коррекцию. Давайте все отключим, уберем параметры mix, сделаем wet полностью 100%, и давайте послушаем, как работает прибор. Высокочастотный блок. Здесь убирается частота. Можно выбрать более такой узкий фильтр, широкий фильтр, количество гармоник. Стерео, моно. Это правый высокочастотный блок. Давайте послушаем низкие частоты. Опять же, выбирается частота и добавляется драйв. Можно потом с помощью параметра mix все это подмешивать. Прибор подходит для сатурации не только барабанной партии, но его можно использовать для сатурации синтезаторов, вокала и так далее. Следующий новый плагин — это Bass Peak. Это клипер-лимитер в одном флаконе. Наконец-то в коллекции FX Collection у нас есть полноценный лимитер и клипер, который можно использовать на мастер-шине. Давайте посмотрим органы управления. Опять же, все очень просто. Блок пресетов. Здесь инструмент можно разделить на два блока. Блок лимитера и клипера. По умолчанию лимитер включен всегда. Клипер включается отдельно. То есть вот фиолетовая ручечка обеспечивает за настройку трэшхолда клипера, а вот то, что салатовым цветом, она обеспечивает настройку лимитера. Вот и весь функционал. Здесь ничего такого суперсложного нету. Также в инструменте есть дополнительный блок, который называется Tone Corrector, с помощью которого можно скорректировать низкие и высокие частоты. Давайте для начала послушаем, как звучит клипер. Будем утрировать настройки. Здесь можно поменять характер работы клипера. Скажу, что звучит реально неплохо. Давайте на клепах послушаем. На бочке. В целом мне нравится, как звучит вообще в целом клипер. Ну и лимитер. Обычный лимитер, ничего такого суперсложного нету. Есть параметр настройки релиза и все. Также здесь есть дополнительный блок, тон коррекции. Можно так вот настроить. В коллекцию добавили креативный плагин под названием EFX Emotions. У меня на канале есть большой стрим «Мои любимые плагины 2023 года». В этом стриме я рассказываю про этот плагин, рассказываю, для чего он нужен. Если вам интересно, можете посмотреть. Вкратце их скажу, что это некий конкурент Volume Shaper Cable Guys с более интересными параметрами, как альтернатива, но он полностью не заменяет Volume Shaper, и Volume Shaper полностью его не заменяет, потому что они разные, и здесь есть дополнительная возможность модуляции, то, что не существует в Volume Shaper. Это дает больше гибкости данного прибора. Здесь можно, например, различные там секвенции запустить, привязывать какие-то параметры и так далее, то, что дает плюс к этому плагину. Но EFX Motion и Volume Shaper лично для меня являются оба незаменимыми плагинами, и я оба использую на практике. В реальном примере это звучит вот так. То есть здесь есть фильтр, noise, drive, такой volume огибающий, панорама, есть повторы, эффекты и так далее, и
с помощью него можно покреативить. Больше всего я считаю, что данный плагин больше подходит для продакшена. Ну и последний плагин, который добавили в Fix Collection, это EFX Refract. Этот плагин тоже вышел давно, но его добавили в эту коллекцию. Плагин предоставляет из себя очень интересный прибор, с помощью которого изначально мы берем входной сигнал, увеличиваем количество голосов, то есть можно сделать 2, 3, 8. Далее у нас выбирается определенный эффект. Это может быть какой-то фильтр, комбо, обычный фильтр, может быть биткрашер, дисторшн и так далее. И вот интересным эффектом такой визуализации через эту призму все это проходит. Также здесь можно взаимодействовать какие-то модуляционные параметры и получить интересный окрас. В реальном примере звучит это так. Это комбо-фильтр. Например, биткрашер. Дисторшн. Здесь есть различные режимы. И гармонайзер. Вот и, пожалуй, все плагины. Добавлены 4 плагина, из которых 2 это новых плагина. Это Exciter, Clipper Limiter и 2 плагина, которые вышли недавно, ну и добавили их в этот пакет. Также были сделаны незначительные коррекции в плане оптимизации, звукового движка, разрешения, графических интерфейсов под 4К дисплей и так далее. Ну что ж, друзья, на этом все. Под описанием этого видео пишите, используете ли вы плагины от компании Arturia, и напишите ваш топ плагинов от компании Arturia. А я обещаю, что в скором времени мы с вами встретимся и поговорим про новые интересные темы. Всем пока!